девственность и грация. В Химках состоялся финал второго городского конкурса красоты «Мисс и миссис Химки 2024», а также финал всероссийского конкурса «Краса Отечества 2024». 17 участниц разного возраста и социального статуса вышли на сцену многофункционального социального комплекса «Восход». Наши женщины – самые прекрасные, образованные, разносторонне развитые личности. Каждая женщина уникальна. В этом убеждена организатор конкурса, ведущая и режиссер-постановщик Елена Тараненко. Уже не первый год она проводит конкурсы красоты и таланта для химчанок. Елена – рекордсмен России по титулам, завоеванным на конкурсах красоты. В ее копилке уже 37 наград. Это мой проект личный, это моя большая любовь, потому что я хочу давать всем женщинам шанс выйти на сцену, показать себя. Главная цель нашего конкурса – это развитие творческого, интеллектуального и социального потенциала наших прекрасных женщин. Мы ими гордимся, мы гордимся женщинами Химок. Эх, ромашка, василек, василек, ромашка, красный орден на груди. Участницы соревновались в трех возрастных категориях – мисс, миссис и миссис классик. Каждая проявила себя в разном амплуа, ведь в конкурсной программе три испытания – выход-визитка, творческое выступление и самое зрелищное – дефиле в вечерних платьях. Творческие выступления наиболее полно раскрыли талант участниц. Среди девушек не было проигравших. Каждая стала обладательницей уникального титула. Алене Зайцевой 16 лет. Но несмотря на юный возраст, она уже в третий раз участвует в конкурсе красоты. В этом году девушка закончила Центральную детскую школу искусств, причем сразу по нескольким направлениям. И это ей помогло успешно выступить и завоевать титул «Мисс Химки 2024». Я очень рада. Я очень долго готовилась к этому конкурсу, занималась в различных студиях и, наконец-то, получила то, что хотела. С 3 лет родители мне прививали любовь к сцене, и это как моя точка роста и любовь. Я очень люблю выступать. Среди финалисток были не только химчанки. Мария Александрова приехала из Санкт-Петербурга. Специально для конкурса она сама сшила костюм лебедушки. Именно Мария стала обладательницей почетного титула «Гран-при Мисс Краса Отечества 2024». Здесь безумно теплая атмосфера. Я скажу, что каждый конкурс уникален, но здесь по-особенному тепло. Я очень благодарна Елене за возможность принять участие в конкурсе. Я, если честно, до сих пор испытываю эмоции. Не знаю, они меня переполняют изнутри. Я счастлива. На протяжении всего финала конкурсанток оценивала компетентное жюри. Я поражена сегодня творческим конкурсом, потому что настолько на высоком профессиональном уровне девушки и пели, и танцевали, и рассказывали стихи. И такие мастерицы, и просто диву даешься, насколько разносторонние личности сегодня были на сцене. Творческий вечер завершился трогательной песней, которую ведущая праздника посвятила всем мамам. На протяжении всего финала Елену и участниц из зала поддерживала ее мама Татьяна. Именно она и привила дочери любовь к сцене. Я сама такие конкурсы проводила очень долго. Потом у Елены Андреевны это уже не первый конкурс. Но что меня всегда удивляет и радует, каждый конкурс, он настолько не похож на предыдущий. Я думаю, что Химкам очень здорово повезло. Я думаю, что здесь эти конкурсы приживутся. И этот конкурс красоты и таланта действительно пользуется в Химках популярностью. С каждым годом желающих принять участие становится больше. В этом году праздник таланта посвятили юбилею городского округа. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.